Очередное помещение Люберецкого многофункционального центра открылось на улице Инициативная, 7Б. Работу нового офиса проверил лично Владимир Ружицкий. Теперь жителям северной части Люберец не придется тратить время и силы на дорогу. В торговых рядах открылся новый офис МФЦ. Здесь можно оформить все государственные и муниципальные услуги. Центр работает с 8 утра и до 8 вечера без выходных. И мы сегодня здесь имеем, вот я оцениваю, такое хорошее рабочее место, хороший офис для наших жителей с точки зрения услуг МФЦ. В новом помещении многофункционального центра работают 16 окон. 11 из них для работы с заявителями и 5 окон для доступа к региональному порталу государственных и муниципальных услуг. Также есть экраны, чтобы отслеживать свою очередь. Офис оснащен детским уголком и компьютерами. Но мы будем стараться, чтобы наше качество и наш комфорт для вас был лучше, лучше и лучше. Будем стараться для вас делать красивые офисы. Будем стараться, чтобы не 10 минут, а 0 минут вы ждали в очередях. На сегодняшний день в городском округе Люберцы функционирует 7 офисов МФЦ и 3 бизнес-окна. По словам Ружицкого, в ближайшее время планируется открыть еще 2 объекта – на улице 8 марта и в поселке Октябрьский. Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.